Так, иду подключаюсь. Да, все, следующие бои. Вот сейчас последний бой, когда у нас БО3 до 3 побед. Завтра уже бои будут. Да. Вау, Александр Давид Косарь за хорошую игру, мужики. Блин, нифига себе. Александр даже свой номер, что ли, прорекламировал. За хорошую игру, мужики. Блин, охереть. Таня, блин, спасибо от души. Так, а я забыл, какой пароль. Саня тоже играет. Да, игра мощная. Сейчас я все подпишу, подправлю, блин, это призовой еще закинулся, офигеть. Блин, спасибо, спасибо всем. Так, так, сейчас посмотрю, 20-е есть. Сколько там говоришь Fantasy Star за реквест? Не, реквестить Fantasy Star не буду. Так. А. Так, ждем, пока карту выберет. Так, свап не надо. Тройка, все, окей. Так, ну все, поехали. Так, это у меня уже второй. Это, да, у тебя уже второе место. Так, зырим, значит, у нас Ягеллон красный, Харконин синий, у нас Дюникат. Который там с кем-то побеждал. Да. Что у них по прогрессу? Спайсовый завод Ягеллона есть, второй в производстве. Первый только строит Дюникат. Дюникат, говорят, крутой, должен выиграть. Так, два завода есть у Ягеллона. Так, третий Ягеллон ставит. В производстве еще наполовину только у Дюниката третий. Так, ну и Ягеллон у нас внизу карты, на большом экране красный, Дюникат вверху, слева вверху карты, и на стриме он на маленьком экране справа. Комментарии я особо не читаю, смотрю на два экрана, пытаюсь смотреть. Не знаю, как в оригинале стримеры вот этот комментируют. Устал он, наверное, уже за эти, сколько, 4 часа почти. Да, я тоже подустал. Но синенький, значит, четвертый завод Харвестерный, если не ошибаюсь. Уже разведка у него пошла. Делается радар. У красного четвертый завод. Джип готов. Пошел защищать свой Харвестер.
Так, ну что, красный вывезет защиту от трехколески. Она быстро ездит. Пятый завод Дюниката. Точнее, у Ягеллона, а у Дюниката сколько? Так. Это он смотрит на красного Ягеллона. А на своей базе у него что? Так. У красного радар готов. Готов радар. А у синего-то он уже есть. Апгрейд. И там апгрейд. У синего почти готов апгрейд. Харвестер в харвестерный завод поехал. Какой харвестер полетел, какой поехал. Так. Так, три джипа. Два джипа уже в углу. Уничтожают харвестеры. Третий на подходе. На полкарты. Что у нас синий делает с этим? Что Дюникат? Пушка. Пушка. Синяя. Наверху защищать будет от этих джипов. Красный тем временем внизу строит ветряк. Ну, пушка стреляет хоть через базу, это и то хорошо. Танки так не стреляют. Танк в производстве у красного. Танк в производстве у синего. Ну интересно, кто вывезет. И там есть танк. Бах. Отойди-ка, говорит. Выстрел по своей базе. Делает апгрейд. Апгрейд на пушку. А что Дюникат? Дюникат на базе противника. Будет дела. Синенькие, красные его преследуют. Ракетная пушка. Ракетная пушка. Так, красный делает ракетную пушку. Где он ее поставит? В центре, возле главного завода. Танки атакуют, синие танки атакуют, красные харвестеры. Так, у Ягеллона есть бабки, их надо тратить. Производство танк. Так, у красного чё? Так. Красный защищает свои харвестеры. Сейчас он уничтожит уже скоро танк, так как он атакует харвестеры, а танк-то его атакует. Все, харвестер уничтожен. Нет, пушка сработала. Так, теперь у синего есть бабки, он строит второй завод. Делает танк. Завод готов. Пошли апгрейды. Нет, трехколеска. Так, красный клепает танки. Ягеллон. Так, отправляет к харвестерам. Прилично танков. Красного. А что синий в этот момент? Синий лепит завод, чтобы починиться Дюникат. Апгрейд. Реактивка. Реактивочка пошла. Красные атакуют харвестеры. Синие. Обходит базу со всех сторон. Синие сделали реактивочку. У красных, по-моему, тоже где-то видел реактивку. Сейчас.
Пока не видать, не показывает. Нет, тут одни танки. Тут одни танки. Казарма? Нет, не казарма. Так, ремонтный завод. 4 новых танка. 5-6 танков. Вперед. Так, танки из угла нападают на Харвестер. На танк. Ну, пушка может достать там снизу, он не увидел. Что же делает синий? Производит танки. Штурмовой танк. Производство реактивка уже есть. Синяя реактивка нападает на красные заводы. Синий штурмовик. Неплохо. Этого танка, конечно, с ним справится. Сейчас уничтожит завод скоро. Реактивочку запалил. Красные ХП у завода. Но бежит танк. Штурмовик уничтожили. Так. Красные встречаются с двумя штурмовиками. На подходе еще два танка. Не, ну разносит, разносит. Заруба неплохая. У синих порядочно сил скопилось возле базы. Они идут. Харвестерный завод. У красного. Танки еще в продукции. Ветряк. Ветряк, починка. И что же он будет делать? Танк, танк. Апгрейд. И апгрейд. В двух заводах апгрейд. Хочешь на штурмовики перейти, Ягеллон? Но синий уже со штурмовиками. У него пока нет денег. Что по харвестерам? Жалко, не написано нигде, сколько где харвестеров. Вот так, если по карте глянуть. Красный. Раз, два. Три. Как минимум 4 харвестера. Или даже 5. Некоторые ведь могут на заводе быть. А у синего раз, два, три. Ну, наверное, в равных условиях они находятся. Так, атака пошла. Стоп ветряка. Космопорт. В производство космопорт красного. Танковая заруба. Реактивки готовы. Пушку бы неплохо здесь прилепить. Красные обороняются. Два штурмовика идут на харвестеры. Они пощелкают их очень быстро. Но космопорт зачем? Нет, денег совсем нет. Реактивки 3 штуки. И что там, пушка что ли снизу? Где-то я видел. Быстро камера. Нет, там харвестерный завод, только нет пушек. Пушку бы неплохо сюда влепить. Штурмовики в производстве. Красные обороняются от синих. Вот это замес. Реактивочки 2 штуки. Реактивочки сейчас пощелкают их. Но харвестеры тоже падают. Харвестеры по базам разослал. Штурмовик в производстве. Апгрейд у синего во втором заводе. Новая волна от синего идет. Штурмовики в производстве. Ну, эту атаку он отобьет. Штурмовики подходят на защиту красные. Штурмовик делает синий. Улепетывает. Хлопнул штурмовика. И на базу сразу пошел. Ничего не ожидая. Харвестер заказал в космопорте. Видимо, из-за того, что дешевый.
Звездный космопорт это, конечно, действительно на поздний этап игры. Средний этап, я думаю, уже прошел, уже поздний этап точно. После космопорта только дворец. Дворец, пикары, орнитоптеры, супероружие. Вообще, я считаю, у синих супероружие очень достаточно крутое. Вот та пехота, гвардия. Кажется, даже она на первые несколько секунд неуязвима к атакам. Но минус в том, что ей нельзя управлять. Но она и сама неплохо цели себе ищет и атакует. Но, видимо, до этого не доиграем здесь. Что же у нас Дюникет синий делает? Счет 0-0. Это первая катка у них. И заруба уже прилично долго идет. Штурмовики не могут разъехаться вокруг вулкана. Вокруг горы. У красного много штурмовиков стало. Хлопает танки. Штурмовик. Харвестер. Минус Харвестер. Неплохо. Штурмовички сработали. Штурмовики лепят синий. Это основная сила. Это основная сила. Связочкой из трех отправляют на центр новую штурмовую группу. Ну, замес в центре происходит неплохое. Харвестеры атакуются. Хоп, уничтожен. Он этими тремя штурмовиками нахлопает сейчас харвестеров у синего. Красный это у нас кто? Ягеллон. Походу он хочет хлопнуть Дюникета. Но Дюникет так-то тоже мощно производит. Жалко, что все вот это вот на центральном поле спайсовом происходит. Хотелось бы, чтобы сыграли на такой карте, где спайсовое поле защищено самой базой. И вот тогда действительно столкновение и прорыв к спайсовому полю, к уничтожению харвестеров, был бы интересным занятием. И тяжелым, или вообще невозможным. И через эту тактику не играли бы. А так все на виду, все харвестеры. Но синие производят прилично штурмовиков тоже. И хлопают. Хлопают красных. Штурмовик сделал свое дело. На базе готовятся новые. Тут танк атакует харвестер. Красный. Лоу ХП. Один выстрел и минус. Успеет? Не успеет. Бах. Нету. Но синий налепил прилично техники. Смотрите. Он хлопнет их сейчас. Они стоят там просто... Они просто простояли, друг на друга смотрели. Красный теряет хватку. Но штурмовики производятся, спайс собирается, все нормально. Их много, очень много штурмовиков. Он их подводит чуть повыше базы. Наверное, будет встречать. Неплохо бы начать какое-то оружие делать. Пушки... Орнитоптеры, девастаторы, что-то такое. Девастатор, конечно, медленная штука, но прислать он на базу, он там пораскурочит. Куча синих машин, танков, штурмовиков двигается на красных. Уже ближе к базе. Красные собираются встречать. Атака и на харвестера идет тоже. Они выбирают цель правильно. Пара выстрелов и этого харвестера не будет. Так, что же у нас красный заказывает? Ничего не заказывает, все дорого, кредитов нет. Но на защите прилично штурмовиков у него есть. Производство харвестера. Которых щелкают как орешки. Так, штурмовички пошли встречать эту группу. Но синий все-таки выбирает цель харвестера. И он быстро их щелкнет.
Что же у нас, Деникат получается крутой. Они оба крутые. Вот эти крутые ребята. И с кем-то из них за первое место будет биться Сварщик. Сварщик тоже крутой. Но тут они оба очень круто играют. Так, но у Красного нет кредитов. С Харвестерами проблема. Куча Харвестера выбита. Надо искать поле безопасное. Замес есть в центре. Производятся Харвестеры. У Красного производятся штурмовики. У Синего производятся тоже штурмовики. Это основная сила. Но реактивка. Синенькая идет вниз. Он их скапливает там, что ли, по-моему, не первая реактивочка пошла. Так, поближе к синему пошел. Штурмовый отряд из 4 штурмовых танков красных. На базе есть чем защититься. Ну, Харвестеры хлопают, конечно. Отправляют на базу разгружаться. Так, синие идут вниз, красные идут вверх. Все как положено. Харвестер, конечно, теряется. Реактивочку нашел. Хлопнул реактивочку синюю. Но тут и синие ребятки подходят на танках. На штурмовичок нападают. Хотят штурмовичок хлопнуть. Синий. Так, хлопнули штурмовичок и высадились харвестеры. Они щелкнуть-то одного успеют. А что у нас делает синий? Лепит танки. Направляет их сюда. Ну там один уже остался штурмовик. У красного нету денег. Куча харвестеров повыбита. О, красный харвестер. Так, трояк штурмовиков направляется в центр. Синий лепит и танки, и штурмовики. И идет тоже в центр. На поле пряности. Искать красные харвестеры. Красный харвестер на красном ХП. Отправляется скидывать спайс. Что этот штурмовик делает на базе? Охраняет? Он его направляет к танкам, к синим. Встречать, помогать. Как видимо, резерв какой-то был. Ну, пока тушки, конечно, на танках. Так, пока тот хлопает штурмовик. Синие хлопают харвестеры. Так, что у нас делает красный? Делает харвестер. Опа. Кто-то сдался? Не вкурил. Ну-ка послушаем. Окей. Лаги невыносимые. Окей. Ну, если будет задержка принудительная, то как бы это. Так. И что они хотят? ГЗ почему? Ничего, они остановились или что? Так, что, играют?
морально-психологическое давление. Коннект на стороне кота. Так, ГГ говорит. Окей, ГГ. И кто затащил-то? Так, приветствую всех. Говорит, готов завтра доиграть. Если кот согласен. Так, привет. Сервер тут ни при чем, говорит. Так, а кто победил? Победил Дюнакет 1-0. Так, сервер тут ни при чем, окей. А, гол. 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 Так. Значит, синий победил. Карта 7, окей. Теперь то же самое. Опять так же, и он красный. А, этот... Победил, победил Дюнакет. В общем, повторяется. Ну, здесь есть такой нюанс, что какой раз я замечаю, что между этими двумя оппонентами, как бы, этот самый... Коннект между ними какой-то, ну, не очень. Понятно. Не, ну, катка на уровне. Очень-очень на уровне. Третий завод у Дуниката. Два завода у Ягеллона. Третий построил. Дальше. Машинный завод и там. Но у Ягеллона позднее. Значит, Дюникат победил Ягеллона. Синий победил. А что, если попробовать посчитать Харвестеры? Ну вот их сейчас три, и там. Запомним. Попробуем посчитать, сколько их хлопнет. И это напрямую зависит от того, какой приток денег. Значит, машинный завод готов у Дюниката. А у Ягеллона чего? У Ягеллона он уже стоит и готовится джип. Он сейчас будет готов. Угу. Четвертый завод делает Дюникат. Сброс спайса. Тут разведочка ездит. Ну давай, 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 давай. Пятый завод делает. Ягеллон. Что Дюникат? Дюникат разведает. Пятый завод. Грут. Шестой завод. Да ну. Радар делает Дюникат, а Ягеллон делает шестой с харвестерный завод. Так получается, у Дюниката 5 харвестеров, будет 6. А у этого чего? 4 точно у него есть? Нет. Нету 4. Или подожди, наверху там есть? Четыре, да. Четыре харвестера. Харвестер в производстве. Был или нет? Не заметил. Нет. Четыре против шести харвестеров. У Ягеллона уже больше. Шестой завод. Всего шесть харвестеров. У Ягеллона прибыль должна быть больше. Радар в производстве.
у синего чё. Синий делает танк, красный делает радар, апгрейд. Погоня за трехколеской. Деникаты исследуют пушку. Пушку реактивную. Здравая штука это пушка. Харвестер в производстве, так как у него не так много, как у Егелона заводов. Дюникат производит Харвестер в машинном заводе. Но в то время Егелон делает танки. У него Харвестеров много, заводов много. Электричества нет, делает ветряк. Так, ну красный пошел уничтожать Харвестера, и у него и так больше своих Харвестеров, он пошел уничтожать Харвестера синего. Намечается победа Егелона, но все еще может измениться. Легкая пушка одна есть у синего, готовится реактивная пушка. Так, Харвестер. Красный делает что? Что же это будет? Это будет второй машинный завод. Хочет наращивать атаку. Куда-то отступает. Хочет консолидировать здесь силы, строит Харвестер, завод почти готов, в заводе делаются апгрейды. Что же в это время синий? Синий делает апгрейд, реактивочку что ли будет делать? Нет, делает танк. Вот это да. Я считаю, вот в этот момент реактивочка была бы вообще кайфом. Реактивочка еще обойти где-нибудь сверху и хлопнуть какую-нибудь базу, какой-нибудь ветряк. Это самое здравое было бы. Ремонтный завод у синего. Починка танка. Но денег нет. Денег нет. Вот это плохо. Красный защищает свои харвестеры. Обнаружил танк синий. Хочет его хлопнуть. Трояк танков отправляет вниз на харвестеры. Там тоже какая-то защита есть. Пока все в среднем, но если помнить, что харвестеров у красного больше, то он круче. Сейчас как пойдет прилив денег красному, а у синего-то, он, по-моему, производил один, но заводов-то у него меньше. У красного их 6. На пушку не пойдет танками. Тут нужны штурмовики. Что-то там в комментах пишут про компы, про ипотеку. Так, что у нас там? В общем, заруба. Почти на равных. На поле пряности они тусуются. Апгрейды во втором заводе красного. Синий в этот момент не отстает. Что у него там, штурмовик что ли есть?
Или показалось мне-то. Нет, обычные танки. Вон он, штурмовик, да, есть штурмовик. Хай-тек не лепят, пикары не делают. Все правильно, танковая война. Так, апгрейд пушки 1800 кредитов у красного. Вот о чем я говорил. Куча харвестеров. Они защищены прилично. И пошло. Сейчас он разгуляется. Он может себе много еще позволить сейчас купить. И харвестеры идут сдавать пряность. Харвестер еще делает. Апгрейд. Нет, выбрал апгрейд. Нападает на штурмовик. Что-то надо делать. 2000 кредитов. Трать. Быстрее, быстрее. Космопорт. Реактивка, на все правильно. Реактивочка. Пошла затрата. Уводит, уводи. Красный разошелся. 2000 кредитов. Это огромная сумма. Синяя в этот момент тоже накапливается. 800 кредитов. Надо что-то производить. Штурмовик в производстве. Космопорт есть. Заказывает харвестер. Раз, два, три. 4 харвестера. Ну да, цели у синего поприбавятся, если он успеет за ними, за всеми посмотреть. Так, танк пошел на защиту полей своих. Ну тут накопление сил будет. Харвестеры сейчас как выйдут с космопорта, как начнут собирать. Замену уничтоженных. Появятся 4 новых. Ремонтный завод синий. Так, синий танк, синий штурмовик затесался в кучу харвестеров и наводит шороху в самом верху. И синий. И еще подтягивает силы. А красный где? Красный и в центре борется, а сверху не видит. Заказывает харвестер. Реактивочку строит. Штурмовики направляет в центр. Но сверху-то, сверху штурмовик расстреливает танки спокойно. Штурмовики точнее. О, этот, харвестеры красные. О, вот это самая печаль. Наверху происходит. А он смотрит, вон синий дюникат. Просто изничтожает. Very, very sad. Очень печально. Пошли сдавать пряность. Штурмовичок. Нет. Чуть не выбрал дворец. Ремонтный завод. Две реактивочки стоят. Штурмовик в производстве. Харвестер. Реактивочки в центр. У синего в производстве штурмовик. Замес в центре. Они уже близко к базе. Синего, красные. Не, красный мощный. Красный идет. Лавина целая. Но тут реактивки. Реактивки легкие. Они издалека только по базам хорошо работают. По танкам они не сработают. Танки их пощелкают. А они только в поддержке нормальные. И знает, куда стрелять он. Реактивочки отводит. Реактивки их очень-очень сложно контролить. Штурмовики в производстве. Красный добавляет штурмовиков. Что же синий в производстве? Танк. Был, по крайней мере. Ремонтный завод. Падает электричество. Делается ветряк. Да, ветряк красный делает. Реактивочки назад, штурмовики вперед. Одна вниз. Хочет по базе пострелять, но там пушка. Рядом слишком к пушке отправил. Эх, но все равно за ней идет танк.
Так, синий харвестер начинает хлопать. Так, реактивочку чинит. В угол. Нет, на центр направляет. Новый отряд. На починочку. Штурмовик у красного. Так, синенький работает при активке. Хлопнул реактивку. Танк хлопнули. Синий лепит танки, надо штурмовики лепить. Нет, но он надеется на контроль. 1000 кредитов у красного. У синего мало. Кредиты расходуются. А у красного и штурмовик в производстве. И сил достаточно накоплено. И косарь кредитов. И кредиты все-таки. Чем больше пряностей, тем лучше. Куча заводов и бешеный контроль. Ну вот сейчас он начнет щелкать штурмовики. Ой, харвестеры синие. И все. И что делать тогда? Что делать синему? Нет, тоже чинить надо. Заказывает реактивочку, денег нет. У красного очень быстро делаются штурмовики. Красный прям накопил кучу сил. Чинит своих ребят. Направляет вниз. Будет обходить базу, наверное. Ну а синий делает танки. В этом и минус. Синий опоздал по развитию. Делает танки, когда вокруг уже куча штурмовиков. Нет. Ему не выиграть. Ему не выиграть. Даже если он сейчас его уничтожит, он же будет отводить. Тем самым отвлекать внимание. Но красные харвестеры, смотрите, все собирают и собирают. Кредитов у красного до хрена. Нет, красный сейчас выглядит как победа красного. Армада, просто армада. И что? Эта пушка легко упадет. Под таким количеством штурмовиков. Посыпятся базы. Нет, красный уже победил. Остается ему только сконцентрироваться на атаке. Нет, отбиваются. Танки отбиваются. Но тут 3 штурмовика. И подходит еще. 4 штурмовика. 6. 7 штурмовиков. Реактивка. Они сейчас как сыграют. Бах-бах. Нету танков. Все. Пора на базу идти. Что делает синий в это время? Он делает танк, кредитов нету. Все, синий проиграл. Он встал. Все, синий стоит, видит кучу. Видит кучу техники. Просто у него больше харвестеров. Все. Но это 1-1, походу еще. Еще будет бой. Послушаем, что они там говорят. Может, чуть-чуть поиграем в фрипой. Сейчас у нас выход за... Вот сейчас определится. Сардаукар ожидает соперника проигравшего. Тварщик ожидает соперника выигравшего. Да, здесь походу сейчас должен дожать. Смотря на лаги, надо дожимать, сносить. 1-1, походу, да. И без разницы против кого. Так, Дюнакет будет брать дома. Я удивлен, если честно. Кстати, скажите, пожалуйста, из играющих, что для вас важнее, дома или карта? Потому что вот сейчас, получается, Дюнакет будет брать дома. Какой кошмарный коннект.
Так, а что там, ГГ, не ГГ, а что за тяжко времени? Дома важнее считаю. Тут, мне кажется, серв не поменяет ситуации. Так. Дома такие же. В прошлый раз у нас тоже вместе не очень было. Так, Артур, если да, не знаю, как вы считаете, но для меня играть достойный для... Да, я уже про это сказал, поэтому... Решающая заруба. Да, 50 на 50 здесь. Давай, Катярик, соберись, говорит. О, ну и же потнина, а. Так, это же... Так, ну поехали. Вы долго еще бронируете, я только убился 2 минуты назад. Последняя игра на сегодня, завтра продолжение, финал и за третье место. Последняя катка сейчас, да. Самый максимальный сок, поэтому... Завтра все те же лица. Сардаукар, Дюна. Так, ну чё, третья катка у них. Все то же самое. Опять Агилон красный, а Дюникат синий. Что ж тут может выйти? Я так понял, Дюникат лагает. Так, ну и что успела нас построить? Три харвестерных завода и машинный пошел. А у Дюниката синего. Так, сейчас он будет четвертый завод строить. Да, четвертый строй. Синий в это время что там он понастроил? Сейчас на базу вернется. Пошла разведка у него.
Четвертый завод. Так, а сколько там у синего было заводов? Вроде три, и он строит четвертый или пятый. Вот он построил. Радар. Ты никак делает радар. Пятый завод у Эгелона. Радар в производстве. У Дюниката ветряк второй. Так, красный пошел на разведку. Обшаривает базу. Знает ли он о том, что у него харвестер есть? Так, 5 харвестерных заводов. И какой он сейчас будет строить? Если шестой? Нет. Он второй машиной строит. Если шестой, то вот ему победа гарантирована. Если он также сыграет. Эгелон. Ну что у синего? Завод строит харвестерный. А это прям необходимо. Ну вот пошли апгрейды во втором машинам. Трехколеска дает прикурить, конечно, ездить вокруг базы. Хрен уничтожишь. Еще и через базу в нее надо стрелять. За ней еще не угнаться. Джипу. У него чуть поменьше скорости передвижения. Хотя, может, и одинаково, но. Он обнаружил еще два харвестерных завода. Это неплохо. Примерно уже представляет, надо ли ему строить еще завод. Скорее всего, построит сейчас. Нет, ветряк. Там 3 и там 2. 5. Вот 2. И... Так, что он там? Ветрячок влепил. Танк в производстве красный, а у синего харвестер. Шарится по полям трехколески синий. Так, ну чё, красные танки защищают свои поля, синий танк на базе, что в это время делает у нас синий на своей базе, делает второй машинный завод. Какой странный харвестер, чё это он там стоит? Хах, прикольно. Не стреляй в свой ветряк. Нормально. Харвестер делает. Не, в другом заводе апгрейд. Да, тяжело следить за такими активными действиями двух игроков. Туда и туда надо смотреть. Куча танков налеплено у красного. Кредитов 1400 и растут. А у синего нет кредитов.
производстве шестой, что ли, завод. Он может себе это позволить. Красиво, красиво. 1500-1600 почти кредитов у красного. Надо что-то делать. Надо лепить что-то. Да, ветряк, и давай штурмовик. С этого все и начинается. Предвидится победа красного. Легион мощный игрок. Надо ему со сварщиком сыграть. Или с кем там еще. Опа, синий построил хай-тек. Хочет соники сделать. Он хочет соники. Или... Что он хочет? Ну, красный в это время клепает. Уже штурмовики, которые основная сила. 1800 кредитов. Упс. Не знаю, только космопорт заказывать. Ветряк, космопорт. Танки есть примерно на сопротивление ненадолго. Штурмовики на подходе. Один есть, один в производстве. Сейчас будет третий делать. 1600 кредитов, 1700. А у синего нет кредитов. И что синий делает? Синий наблюдает, как на его базе находятся 4 танка. У него 3. В производстве танки. Не, дюнюкат, не знаю, танковая тактика какая-то. Надо штурмовики лепить как можно быстрее. Вот как делает это Ягеллон. Правильно играет Ягеллон. Сразу скажу, со стороны, когда смотришь, очень легко сказать о таймингах, о том, как правильно, как неправильно, кто где побеждает. Но ситуации бывают разные. Здесь много зависит от того, на что обращает внимание человек, когда играет. Если он, допустим, увяз в разведке, то у него там может и харвестер, там, допустим, уничтожить какой-нибудь джип или пара танков прийти. Элемент того, что он не знает, допустим, что у противника 6 харвестерных заводов, еще 2 харвестера есть, 8 харвестеров, а у него самого 5 заводов и нету харвестеров, или 4 завода, и он сделал 2 харвестера, а у противника-то их 8. Вот этот момент, он как раз играет роль. Вот кредитов 2300 Ягеллона, ему надо быстро их сливать. Вот космопорт пошел, 2000 кредитов. Заходит, заказывает харвестеры, как в прошлый раз, штурмовик и харвестер. Послил все кредиты, красавчик. Сейчас выйдут харвестеры. Отводит реактивку. Синенькие наступают на серединку. Так, что же будет синий делать? Космопорт. Не, ну у них силы одинаковые. Прям очень-очень мощно играют. Ну, он в комментариях пишет, деньги проставят. Он их быстро-быстро слил в космопорте. Косарь уже. Снова накопился косарь. Ну, тут не знаю. Тут девастатор, что ли, лепить. Какой-никакой. Космопорт синий сделал. Дворец. Да ну. Не может быть. Это то, что я хотел увидеть в этой игре. Это то, что я хотел. Соник. Он увидел, что техники у него прилично. Красный пока чилит. Чинит заводы. Но он подкапливает технику. Не, ну сейчас, если высадится десант, он намутит делов. Это будет бомба.
Если он по стандарту еще появляется, сразу готовый этот десант убиваться, это вообще супер красота. Кстати говоря, в оригинальной игре пробовали такую фишку проворачивать. Уничтожать свой дворец. И ведь когда новый ставишь, он заново дает свое оружие. То есть ту же руку смерти можно было часто-часто запускать. Пехоту также можно было часто. Но было замечено, что пехота высаживается либо... Самое крутое это когда 5 трояков пехоты высаживаются. Вообще кайф. А бывает высаживаются там 2 одинарных там и 2 трояка. Или 1 трояк и 3 одинарных. Вообще параша полная. Или вообще... Вот дворец. Прикинь, просто дворец ПВП. Нет. Тут нету готовой сразу пехоты. Она будет еще производиться какое-то время. Но там, если не ошибаюсь, секунд 120 или 130, где-то минутки 2. Ну, в рамках этой катки, пока они замес на центре делают, они сыграют большую роль. Подавить их будет непросто. Хотя, они ведь управляются искусственным интеллектом. Вот сейчас он отбивается. Ну, пушку вот здесь лепить слишком близко уже. На базе эти ребята. Пушку защищать надо базу. К базе подходит куча красных сил. Вон что готовит красный. Сверху своя база защищена хорошо. С космопорта кучу машин выходит. Соник. Нет, надо здесь пушки лепить быстрее. Синий. Пушки. Это хоть как бы помогло. Ну, не знаю. У красного просто вон 2500 кредитов. Ему тоже надо лепить этот дворец. Вот сейчас ему захерачить дворец и захерачить в ответ туда руку смерти. Денег нету синего совсем. Очень мало. Еще на харвестеры идут вон штурмовики. А у красного вот сколько, 1 000 000 харвестеров стоит. И он еще намучивает кучу группировок. Но он космопортом пользуется хорошенько. Прям вон танки заказывает. Что там еще? Харвестеры. Сливает бабки. Не, ему дворец надо делать уже красному. Руку смерти пускай. Я бы кайфанул сейчас, если бы он так сделал. Ягеллон, давай, красава, я верю в тебя. Ну а что синий? Пехота-то готова у него, нет? Во дворце глянь на пехоту. Дворец. Нет, наверное, не готово еще. Ой, на защиту есть какие-то юниты. Пушечку надо бы ему сделать. Что делать, стену? Ё-моё. Что-то я не вкурил. Там эти... Так, ну пушка у синего есть здесь хотя бы. А вон те джипы, это что, реактивные джипы, что ли? Что-то... Так. Это в космопорте, по-моему. Нет, это реактивки. Или мне показалось, где-то что джипы были. О, хлопнули. Хлопнули завод. Не, ну синий обрыгивается. У этого уже 6000 у Ягеллона. Ну давай, финальная рука смерти. Давай. Нет. Тут уже тяжело что-то сделать. Ну, я не знаю. Соник разберут. Реактивки не разберут. Опа, вот это было красиво. Блять, дабл килл. Сейчас пехота сыграет. Давай, пехота. Да. Давай, оп. И где она появится на карте? Ну-ка, у синего смотрим. Ведь она может... Вот она, рядом появилась. Кайф. Раздавил, блять, трояк раздавил. И еще раз давил. Ёбаный по голове. Ну, пехота, да. Ну, а ему сейчас хлопнет дворец. Ну, 6000 кредитов, блять. Это что, кстати говоря? Это эти орки летают. Дроны. Out of stock. Рассаживалка. MCV. Блять, ну он и тратит, конечно. Реактивка.
Да, это джипы эти ракетные. Пехоты трояк. Защищать базу, видать, от этих отлетающих. Намутил красный. Не, ну у синего кредитов просто нет, да и на базе вон сколько штурмовиков красных. Не, это огромная сила. Вон их сколько, 6 штук. Они похлопают эти танки. 8 штук. Ну хоть там парочка отлетит. Все-таки Ягеллон, я думаю, претендент даже на победу в турнире. Может, он и хлопнет какого-нибудь сварщика. Все, синий встал, походу. Дюникат. Ну да, походу все. Не, ну тут реально сыграло. Если рука смерти прилетела, я бы прям кайфанул. Ну да ладно. Жалко, что такого нет на турнире. Тут уже разобрать это все очень легко. Пушку хлопнуть, штурмовики быстро разберут. Ну что, послушаем, что они там говорят. Без вопросов, все отыграли четко. Но можно, конечно, по статистике посмотреть сейчас. Ну, опять же, я говорю, карта зарешала. Кто бы что ни говорил, дома, не дома, но карта зарешала. Не знаю, может быть, Дюну Кэтлу надо было брать этого самого, ставить ордесов. Я не знаю, почему он ему позволил Арконинов брать. Но может сейчас что расскажет. Ну и короче, и того получается у нас Дюнакет. Так, красава Егион, я топил за него. Да, жалко, что, конечно, коннект между ними такой, но. Либо я не знаю, в чем там проблема. Ну, хорошо, что отыграл. Я пропустил момент, когда Дюнакет успел, конечно, поставить дворец. Кнопка Б не жмется, и лишние приказы идут. Понимаю, что делать. Так, а ну-ка. Сейчас уточним. А, интересно, а кто... Подожди, хвост он. Может, надо пинг пробежать? Давай, может, без финала? Поделим, да и все, говорит. Как без финала? Не-не-не. Завтра приходите, жопу начистят. Ну что ж, ждем битву богов. Иногда да, но... Так, по экономике, ну тут дохера было. Окей, поздравляем. В любом случае, никто еще как бы так не закончил турнир. Как красавцы мощь могут. Могют. Как красавцы мощь могюте. Так, хорошо, пойдем тогда править сетку. Сейчас я посмотрю. Так, окей. Красный набрал мощь, как СССР в конце Второй мировой. Так, давай, ставлю резы. Резы, ребятки. Ну, это была потнина лютая. Но зато честно, все честно. И того. Так, спасибо за игру, но как больно. Но, увы, к сожалению... Хорошо, что не стали доводить до технического поражения. Спасибо, что отыграл. Так, весь турнир ради финала и затевался, говорит Григорий. Да, завтра как раз будет финал. Спасибо всем за игру. Все красавцы, мощь. Если еще раз, игроки, все, кто у нас на завтра играет, все готовы, правильно? Рдаукар готов. Сварщик готов. Легион готов, не готов. Дюнакет, надеюсь, готов. А, Дюнакет готов.
50-50 шансы игроков в финале, как по мне. Ну, возможно, будет новый этот самый. Может быть, новый император. Завтра будет мясо. Завтра будет мясо, ребят. Завтра мясо. Скорее, завтра еще и до 3 побед. Это будет дольше катки. У вас есть возможность. Давай сначала бронзу отрыгаем, и я пойду пить пиво. Дюнакет завтра играется матч за 3 место. И финал. Так, договаривались. Или что ты хочешь? Я не понял, подожди. Бронзу отыграю. Ты хочешь сейчас бронзу играть? Не понимаю. Так, сейчас, подожди. Спасибо стримеру за организацию. Спасибо коту за волю к победе. Коту спасибо вообще, что турнир этот, как бы, затеялся благодаря ему. Так, Рича, отличный стрим. По Дюне. Буду на финале завтра. Покеду вас стрим. Сейчас, подожди. Всем косарей, уже фон турнира. У меня кнопки не с первого раза прожимались, микс кликов много было. Ну да, это сначала, естественно, Дюнакет. Ну блин. А, как будто я не знаю. Ой. И иногда это. Конечно, сначала за бронзу Дюнакет, потом финал, все правильно. А потом фриплей, все так и будет. Все правильно, поэтому жду от вас время. Насколько вы там можете, со скольки до скольки. Так, Егион, у меня кнопки не с первого раза прожимались, микс клипов много. Спасибо, все красавы. Да, в первую очередь спасибо, кто поддержал фонд. За ночь может фонд поменяться, ссылочка в описании. Транзакции проходят регулярно, 24/7. Спасибо всем, кто поддерживал лично. Спасибо всем, кто болел. Кто-то каждого тут из-за кота поднимали щиты, из-за Егиона, из-за Сардаукара. За Свара только никто не болел, потому что и так. Ну вот и все. Так что завтра позырим финал. Ну и подзапишем еще интересную каточку. До 3 побед. Позырим, как топовые пацаны будут рубиться. Ладно.